Друзья, всем привет! Вот такие у нас барабаны Yamaha, электронные. Попробуем поиграть какие-то песни. Зефирка нам повключает сейчас. Давай первую какую-то начнем. Реклама? Всем здорово! 3 года назад открыл для себя новый способ заработка. Посмотрим сейчас рекламу. Я слежу, все покажу. Короче, приложение постоянно... Так, особо не репетировал перед этими песнями, так вот выбрал просто подо что поиграть, и понравились вот эти мелодии, решил их обыграть на барабанах. Давай следующую. Thank you.
уезжай чуть-чуть. Давай следующую. Следующий рэпчик у нас. Знаешь, сынок, как мне вот хочется с твоими малышами понянчиться. Рэпчик будем. Играть рэпчик. Антоха нам зачитает рэпчик, а мы его обыграем на барабанчиках. Никаких проблем в телефоне перестать контакты до буквы М. И полголоса дождавшись после кодов. Мам, привет, да, в порядке, да, здоров. Есть ли время потратить полчаса в метро? На выходе купить каяк или сок, или каяк и сок, или вообще пустым через 200 метров свернуть на знакомый спит. Стальная дверь, потертые кнопки телефона, номер квартиры помню. Голос узнал дома, вдруг поймет, время тает, доход растет, но обиды копятся, как в тетрисе неверный ход. Господи, прости, целую крест, в то время как сердце дофига свободных мест. Боюсь однажды не найти себя в ее глазах, боюсь потерять все. На этих миражах копит мелочь, превращаясь в кровь. Детские мечты, взрослые удобные. Мам, пойми меня, Бог, прости меня, не дай убить на миражах завтра. Детские мечты, взрослые утопли. Мам, пойми меня, Бог, прости меня. Ага. Пробую на сон каждый день, каждый момент. И несмотря на то, что мир прочнее, верю в клиент, верю в то, что добро является высшей силой, в то, что когда умру, не занесет тобой могила мистика. Но меня правят прописные истины, а я стена расписанная маркером и кистем. Теги моих друзей, родителей, рисунки детей, как штаммы и татуировки до конца. Честно, не противопоказан, покой честно. Я и не представлял эту жизнь другой честно. Она оказалась не такой уж пресной. А мой рэп это не цель, дачные средства. Завтра новый день, неизбежный гаражи. Летит домой, считает этажи. Минимум остаться человеком. В этих глазах время забирать камни. Копим мелочь, превращаясь в лоби. Детские мечты, взрослые удоби. Мам, пойми меня, Бог, прости меня. Не дай упасть виражак завтрашнего дня. Копим мелочь, превращаясь в хобби. Детские мечты, взрослые утопии. Мам, пойми меня, Бог, прости меня. Не дай упасть на виражак завтрашнего дня. Копим мелочь, превращаясь в хобби. Детские мечты, взрослые утопии. Мам, пойми меня, Бог, прости меня. Сегодня все.